Это мы храмы Димитрия Ростовского. Снимаем здесь. Это вы зачем вы меня сфотографируете? Какое богатство показать, чтобы люди знали, где? Это никто не запретит. Это открыто. Это не военная база. Не надо это говорить. Меня не надо. Не надо, не надо. Вы просто не знаете правила. Мы в стране российской находимся. Военные корабли нельзя снимать. А это все открыто. Чтобы люди знали, что не нищая Россия, а все у нее есть. Вот так. А у деда есть распоряжение, что ты споришь? Это ж дед. Да ну что, она не знает, что говорит. Так, здесь я посмотрю, что тут дальше нету. Подарки. Благословен Господь. Ученикову Лавру. Что тут плохого-то? Святой Анна, Плетищинский мужской монастырь. Чудо Божье. Это сегодня у нас 19 мая 2023 года, пятница. Видите, какое сокровище для людей. Кто еще желает, может приобрести. Тут не знаешь, по какой идти. Передоны Тремяхунскому. Монастырь Иоанна Богослова. Литовный патриархат. Прекрасно. Антиохийский. Надо знать нужных людей. Молебен с акафистом, Луки. Разве это плохо? Это хорошо. Свято-Николаевский мужской монастырь. Видишь, сколько всего. Подвиг любви. Ух, сколько про царя. Благословен Господь. Православный Московский Новгород. Ну, откуда люди приехали? Издалека. Парфе Владимир. Слава Христу. Видите как? Сербский. Ой-ой-ой. Это что, Господь, как далеко люди приехали, благословил их приехать сюда, поделиться Казанской Божьей Матери, канон, какое сокровище везде, а тут... Федор Ушаков. У нас люди живут в деревне, они никогда не видят, мы им покажем это, что не умерла церковь, церковь живая. Так, я сейчас на ту сторону покажу. Сколько всего. А зачем вы фотографируете? Затем, чтобы люди знали. Прятаться тут никто не хочет. Дело Божье. Они не могут приехать далеко. А теперь они увидят, какая церковь была. Благословенные, что люди, несмотря на дальнее расстояние, приехали. Нашего монастыря. Да. Видите, что здесь? А люди, которые живут в деревне, они ничего этого не видят. Да, вон Греция. Ой-ой-ой. Преображаем женский, мужской монастырь. Ой-ой-ой, Муром. Слава тебе, Господи, слава тебе. Ну тут все не снять. Нет, да, постой. Очень много. Вот как Господь благословил и прославили.
Германский монастырь. Милующий Господь. Люди откуда приехали, не посчитались ни с чем. Сергия Радонежская, Серафима Саровского. Люди знать будут. Нет, это тут все не захватишь. Праведного Симеона Верхотурского. Вы когда будете причащаться, тогда Господь увидит вас о том, что вы хотите. Так, о, подожди-ка, я еще вот это не заснял. Симеона Верхотурского, Омская область. Еще сюда. Так, я вот он, вернулся. Ага. Уходим. Еще не заснять. Надо мной несколько раз проходить туда-обратно. И не только. Ничего, ничего. Благодарим. Слава Христу. Вот как. Вот там матронушки освещают, и потом делают вот такой вот или больные места укладывают. Это оттуда хоспитал не было. Сколько это было? Многое, что мы и не знали. Мои хорошие, давайте отправимся. Господь как благословил, люди слетелись, а как ласточки со всех сторон. Поздравим, мой хороший, запишемся, давай. Спасибо, Христос. Молебен, крестит, Бог святым. Кирилла Белозерского, город Казань. Ничего себе. Паисию Великому. Кипряна Устина. Какая сила. Резко подворье города Мурома. Вот это да. Галя тебя сняли. Все, навеки, навеки. Это что, фильм будет, да? Слава Христу, слава, слава, аллилуйя, Божья Матерь. Прославляем тебя. А потом молежим за тебя. Мы вообще с того момента, когда к вам приезжаем, он вам будет известен. У вас до 2012 года был какой-то спортивный комплекс, он придет на себя по объему. Вот это да. Какое разнообразие всего. Слава тебе, Господи. Все, надо идти туда. Так, разрешите-ка пройти. Владимирская область. Никто ничего. Еще себе. Есть окно, самый высший этот мир. Нижний Новгород, еще себе. Вот это да. Слетелись, как птички. А кто член Союза писателей? Вы? Да. О, какой человек большой. Так, я вам дам визиточку одну. Мы близко познакомимся. А вы отца Кирилла на Берсеневке знаете в Москве? Игумен.
Я же из Новосибирска. Сейчас. Он член Союза писателей. Приезжает сюда к нам. Вот, я вам дам огромный материал у нас. Опа. У меня вышло 38 томов книг православия. Я много лет преподавал в разных университетах. Вот на днях готовится 4 тома стихов. Каждый том 882 страницы. А на этой стороне, вы видите, там мой брат священник, крещение идет. И там по скайпу можете связаться, если нужно будет, позвоните. Это я, Игнатий Тихонович Лапкин. Так, ну пошли, я тут обошел. Показывай, где, куда идти. Давай. Все. Так. Слава Христу. Игнат Тихонович, как здоровье? Отзыв любви. Кого лишились и какие пришли в их замену? Небо и земля. Я могу дать вам визитку. У меня огромные материалы здесь. Это брат мой священник, крещение идет. Мамонтовский район, деревню строим православную. К нам митрополит Сергий приезжает два раза в год. Вы знаете, это я Игнатий Лапкин. Да, конечно. Вот я потерял человека своего. Здравствуйте. Спрашивайте. Я не знаю, куда она ушла-то. Я не знаю, что время в носу не попадет.